Добрый день, друзья! Мы рады вас приветствовать в гостях у кузницы тест-драйва. Сегодня мы снимем для вас третью серию по распаковке посылок от наших друзей, от подписчиков. Это уже становится хорошей, доброй традицией и вырастает, ну, буквально в сериал. И мы вас будем продолжать знакомить с новыми и новыми поступлениями. Привет, друзья! Действительно, распаковка посылок уже становится нашей хорошей, доброй традицией. Сегодня мы снимаем, как говорил Дмитрий, третью серию. Почитав в комментарии на первую, особенно на вторую серию, я заметил очень интересное сравнение, которое вы провели. Вы сравнили Диму с Леонидом Аркадьевичем Якубовичем, как он достает из коробки какие-то неизвестные, непонятные вещи. Поэтому встречайте, Леонид Аркадьевич. Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать на капитал-шоу «Кузница тест-драйва». Здравствуйте, Леонид Аркадьевич. Если честно, не ожидал вас увидеть. И я, кстати, не с пустыми руками. В этом году не урожай огурцов, извините, поэтому, да и с банками напряженка. Поэтому я привез вам издалека вот этот замечательный костюм пожарного. Спасибо, спасибо. Это даже наверняка не пойдет в музей. А пойдет в работу. Пойдет в работу? Да. Ну, вдруг денег не будет, а я смогу ходить по разным организациям и проверять их на предмет. Так это через голову надо одевать, кстати. Вот этого я не ожидал. Давай каску, Леонид Аркадьевич, гони обратно. Этого я не ожидал. Смотри, чтобы усы не отвалились. А размерчик-то маловат будет. Дяденька, у меня усы отклеились. Кстати, вывод. Значит, у Леонида Аркадьевича настоящие усы. А Якубович-то? Не настоящий. У нас все как по классике. Даже усы отпадают по классике. У вас ус отклеился. Спасибо. Ну что, уважаемый финалист, вам выпал сектор приз. Что вы выбираете? Деньги или то, что скрыто в этих ящиках? Конечно, то, что скрыто в этих ящиках. Тогда вскрываем. Даже оператор ржет. Так, первый ящик у нас из города Львов от Андрея Николаевича. Что, опять ус отклеивается? Все по классике. Ты меньше разговаривай. Вот Андрея Николаевича Бегуна. Итак, посмотрим, что он нам прислал. Он сказал «поехали» и махнул рукой, и шевельнул усами. Оп. Так, не томи, Якуб. Не томи. Опачки. Оптика. Начинаем перечислять, что у нас тут есть. Так, ну это у нас ГАЗ-51, ГАЗ-52. Кстати, на пазике на 672-м. Похожая стоит, не могу утверждать, что точно. Кстати, абсолютно новая, вот год разобрать не могу. Так, это два у нас, судя по клеммам, одноконтактные лампочки. Так, это, ну... Задние фонари. Это очень знакомая тема, это у нас вся, в принципе, техника. Это ставилось и на первых ЗИЛах, по-моему, 130, на ЗИ-150, по-моему, ЗИЛ-164. На это газонах. На ГАЗ, да, 52, 51, все это было. Так, о, вот это у нас уже, вот это точно с пазика. Это вот передний поворотник, который на именно 672-го, без М, чистого. То есть как раз того, который у нас есть. Да, как раз, да. Конечно, дай бог, чтобы наши служили долго, но вот уже запасные. Спасибо огромное. И это еще не все. А что там еще? Выдержал паузу. Так, и новенькие стеклышки. Кстати, они больше не сюда даже, видишь, они больше подходят вот сюда. Я надеюсь, ты не намек, что мы плохие водители, что нам часто придется менять стеклышки. Спасибо огромное. Ну что там, Леонид Аркадьевич? Так, посмотрим, что у нас это еще есть. Это распакованное. Это не было, да, это не было запакованное. Да, это нам отдали у нас в гаражах, когда увидели нашу передачу.
Вот, нашли. Вот такие вот великолепные часики. Вот такие великолепные часики, новые, кстати. Тут их надо будет почистить от пыли. И вот эта тема, это даже, по-моему, не «Жигули», это, по-моему, тема, там есть, должна быть инструкция по эксплуатации. По-моему, это тема вообще грузовиков. И у нас как раз на «Кавзе», на нашем, который вы недавно видели, там он хоть и новый, но кто-то выдрал туда какой-то вандал, отодрал у нас эти часики. Вот они как раз. Есть, да. А ну, почитай, что там. Так. Основные требования. Так. Устанавливается в автомобилях, работающих при температуре окружающего воздуха в пределах минус 40 градусов до плюс 45 градусов Цельсия. А вот на какие машины оно рекомендуется, ничего нет. А ну дай посмотреть. Не, ну рекомендуется, это понятно, что куда вставишь. Часы автомобильные кварцевые. Да. Какой-то Восток, амфибия какой-то производитель. Ничего, разберемся. Так, ничего, да, будет у нас. Теперь у нас есть часики, мы их вставим. Спасибо отдельно. Это нам Виталик в гаражах подарил. Это наш старый знакомый. Ну, мы его тоже уже приурочили к посылке. Потому что нам дарят и знакомые много чего. А вот у нас посылка из Новой Одессы. От Пащенко Руслана Николаевича. Дим, у тебя, по-моему, голос не Якубович, а Деда Мороз. Они уже не держатся. Все. Теперь у меня дочка на Новый год без дедушки. Так, ну что, сами дальше продолжаем. Да, давай с ним. А это у нас посылка с Новой Одессы. От Пащенко Руслана Николаевича. Сейчас посмотрим, что там. Что нам прислала Новая Одесса. Кстати, никогда в жизни не был в Новой Одессе. Ты знаешь, я понял одну вещь. Без усов гораздо комфортнее. А ты, кстати, когда-нибудь носил усы или нет? Нет. Это был твой первый опыт. И, наверное, последний. Ух ты, тут у нас богатство. А ну давай, интересно. Волга, ГАЗ-24. А, инструкция. Инструкция. Есть 24, теперь есть инструкция. Да, у нас, кстати, с нашей книгой Волгой не было. Если она еще и 84-го года, 77-го года. Моя одногодка, кстати, книжечка. Город Горький, руководство по эксплуатации. И, кстати, отпечатана она даже там же. Оказывается, была типография на Горьковском автозаводе. Не знал. Спасибо. Друзья, смотрите, как нам аккуратно упаковывают некоторые детали. Это у нас указатель поворота. Ну, это 412-й «Москвич». Да. Или 408 ИЭ тоже у нас стоит. Вот такой вот треугольничек фирменный. Да. Кстати, довольно он, по-моему, просто грязное от хранения. Дело в том, что его отмыть, и он будет новый. Сделано в СССР, самое главное. Ребят, по-моему, он и есть новый. Потому что, посмотри, вот эти вот винты, точно оно не скручивалось никогда. Похоже, что да. Похоже на то. Да, просто он где-то хранился с грязью так немножко. Ну, это мы все вымоем. Спасибо огромное. У нас, кстати, есть чем поднимать боковые стекла? На ГАЗ-51. Да. Похоже на ГАЗ-51. У нас есть, но вот эти вот помыть, они будут просто в идеале. Так, судя по всему, это вкладыши. Да, это вкладыши. И там должно быть на них написано, от чего. Положи обратно. Не вижу, на что. Знаю, что только на один двигатель. Ну, понятно, что на один двигатель. Так, ну это мы сейчас разберемся. Понятно, будем смотреть. Ну, по-моему, а ну дай. Сейчас я тоже поразбираюсь чуть-чуть. Так. Ну, похоже на москвичевский, если честно. Похоже. Но утверждать не буду. Ну, смотри, вот у нас есть вкладыш еще и на второй двигатель. Еще есть на второй двигатель. А тут тоже не видно, да, что написано? Не видно. Уважаемые друзья, понимаете, как все знать невозможно. И некоторые ваши комментарии, я с ними полностью согласен. Спасибо за поправки. Особенно, когда мы достаем, я вижу это первый раз. Я думаю, что если вас поставить на мое место, тоже сразу все не сообразишь, что это такое. Но если будет возможность, я понимаю, что многие люди находят, даже не знают, что это такое. Это нам тоже пишут, говорят, не знаю, что-то нашел, а дедушке осталось, вам отправляю. Огромное спасибо. Но если вы знаете, пожалуйста, подписывайте. Большая просьба, потому что, ну, все знать, сами понимаете, невозможно. Я считаю, что один человек должен быть волговодом, второй москвичеводом, второй карасоводом. А мы хватили такую, ну, очень широкую, да, Леонид Аркадьевич? Да. Так. Кстати, Леонид Аркадьевич, по-моему, близость Чернобыля на вас сказывается, усы уже отпали. Так, это ремни безопасности. Кстати, с крепежами новые. И с паспортами даже. Да. Ой, новенькие, да. Вот они здесь были упакованы. Это задние, кстати. Их в основном раньше снимали, поэтому
производственного объединения «Норма». Кстати, производились в Эстонской ССР, город Таллин, улица Калинина, 40. Свидетельство о приемке, ремень безопасности, на какую машину опять не указано. Унифицированы? Да я, кстати, раньше было все так бы. Так, год. 84-й год. Кстати, вот с «Волгой» с нашей совпадает. Я кепочку поправлю? Давайте. Кстати, маловато как-то. Касочка-то. Ну, запаковываем. Запаковываем. Что-то мы разберемся, я думаю. Сейчас. Есть, кстати, номер, можно будет по номеру по интернету пробить. Это вот у нас опять так плотненько запаковано стеклышко. Это на ГАЗ 51. Поворотничек. Смотрите, какой новенький. Стеклянненький. Леонид Аркадьевич, вы меня все больше и больше радуете. Ну, может, я вас порадую еще и автоаптечкой для ремонта пневматических шин? Ну, это у нас уже приходили, как вы помните, во второй серии Сергей прислал аптечку для бескамерных, а пневматических, я так понял, это вообще для всего. Да, я не буду тут разбираться. Стоп. Здесь у нас, да, но это, по-моему, больше грузовая тема. Сейчас мы, вот есть инструкция тоже, она тоже новая, кстати. АРШ. ГОСТ такой-то. Так, инструкция. Я пока вам все упакую. Да, да. Красиво. Да, да. Потом мы, кстати, потом мы все это разлаживаем вот на наши стеллажики. И у нас все подписано. ГАЗ, ВАЗ, Москвич, ЗАЗ. Цена была этого набора 5 рублей 30 копеек. А выпущен он тоже в 84-м году. Ну, тоже не написано на какой. Но здесь я смотрю, резина, клей, что-то. Это, я так понимаю, знаешь, какие-то даже порезы покрышек устранять. Это явно не для камер. А, ну да, шин. Понимаю, да, написано. Для шин. Да, это если где-то порезал, так застегивай. Ну, я думаю, что в музее она пригодится. В музее она точно пригодится. Я думаю, что когда мы все это отмоем и сделаем, это будет очень красиво стоять. Уже две аптечки, чтобы... Я думаю, что мало кто их, современных, как говорится, людей, которые рождены даже в 85-м, навряд ли кто-то их и видел. Особенно, если в семье не было автомобиля, и даже если он был, а если, например, папа не любил, понимаете, как раньше мы всегда все делали сами, на СТО было, только элита пробивалась с большими связями. Ну что, и, наконец, последний на сегодня подарок, на сегодня из города Нежин, от Виктора Ивановича Пустовойтенко. Виктор Иванович, сейчас спасибо, мы узнаем, заранее, что вы нам прислали. В студии повисла тишина, потому что здесь вот такой вот великолепный прибор. Друзья, это блок приборов, автобусы ЛАЗ-695, ЛАЗ-699 турист, ЛАЗ-677, ЛАЗ-4202, ЛАЗ-42021. Короче, практически на всех автобусах, на которых было пневмо Советского Союза, это этот блок приборов использовался. Посередине у нас давление воздуха в системе. У нас идет температура в охлаждающей жидкости, давление масла, амперметр и уровень топлива в баке. Такой прибор, и, кстати, он либо реставрирован, сейчас посмотрим. Да нет, дружи, он новый. Так что спасибо огромное. Его даже не чухать не надо. Я уже, знаешь, отвык от того, что не надо ничего чухать. Кстати, я так по комментариям заметил, что это мое выражение уже так пошло в массы. Да, чухать мы любим. Вот. Ну, вот такие вот подарки у нас на сегодня. Ну что ж, уважаемый финалист, с нашей студией связался Вася Рогов и предлагает нам очень интересную технику. Да, действительно, мы хотим поблагодарить в нашем видео нашего постоянного зрителя, подписчика Василия Рогова, как он себя именует, на самом деле, как, не знаю, зовут точно, который тратит свое время в поиске каких-то редких автобусов, грузовиков старых, ну, по нашей тематике, и пересылает нам ссылки, адреса, где они стоят, фотографии. Вась, спасибо огромное, мы это очень ценим. Вот последнее, что он нам прислал, это МАЗ-504 65-го года и... Пару ЛИАЗов. Да, и два ЛИАЗа, да. Вот, по ЛИАЗам это в Каменец-Подольский, мы на этой неделе отправляем Игоря на
разведку боем. Туда поедет и будет высматривать, те ли это лязы, которые нам нужны или нет. Поэтому спасибо большое, Василий. Кстати, это не только Вася нам пишет, ищет. Это еще очень много наших зрителей. Извините, что я сразу не могу на все ответить, Дим, но реально каждый день порядка 100-130 писем только на почте. Плюс сейчас доходит до 1300-1400 комментариев. Поэтому, если кому-то сразу не ответили, или, может быть, оно ушло, продублируйте вопрос, потому что, ну, действительно, физически уже очень тяжело. Мы стараемся, поверьте, стараемся, но физически всем ответить невозможно. Но мы в любом случае благодарим всех вас, ждем от вас новых комментариев, новых писем, новых подарков к нам в студию. Будьте с нами, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, советуйте подписаться друзьям, и у меня, по-моему, падает каска. Все, до свидания, друзья. И не забывайте, что мы куем для вас тесты на земле, в воде и в студии. И в студии Капитал Шоу. Там тоже. Пока. Я перегрелся в этом шлеме. Пока, друзья. Пока, друзья. Хлопай, ты что, у меня усы в погоде. Если я хлопну, у меня тут усы. Не смешите меня.